Он подходит ко мне с огромной палкой. А я ему говорю: это не ты на дне, а ты дно. Это очень забавно, Кунка. Адмирал Кунка. Слушайте, сейчас я расскажу вам, как я выбрался из места, из которого никто никогда не выбирался. Никто не знает, как попасть в это место. Да я и сам не помню, как я туда попал. Я расскажу вам про скрытый пул. Да ну, это всего лишь байки для школьников. Ага, скрытого пула не существует. Да, из скрытого пула выйти невозможно. Я погрузился в мир отчаяния и несбывшихся надежд. Меня поглотила вселенная скрытого пула. Вокруг эхом доносились вопли мучеников и рыдания проигравших. Не было видно ни малейшей частицы света, пока моему взору не открылась планета. Планета была небольшая, и жил на ней всего один. Нет, не человек, нет. Это существо уже давно потеряло даже наименьшие признаки человечности. Как вы задолбали с этими донатами? Сейчас я вам покажу ключ на 15. Хеллоу! Я фарм занял. Не уступишь, пойду курами фидить. И что? Что ты первый забил? Я по дефолту первый. Я лучший в мире, а ты нет. Странное место тут. Ничего не растет. Да, это лоу-скиллы все. Тысячники, двухтысячники, казуалы. Ха, сам откуда будешь? Репортов нахватал? Я не помню. Как-то все размыто. Да мне пофиг, на самом деле. У меня все в муте. 1 в 9 тащу. Алло, ретард, ты до сих пор тут? Иди на мид или суппорте, только не на Рубике. А куда идти? Тут некуда идти. Я на ратик нафармлю и вафли. Здравствуйте. Ничего, если я тоже погреюсь. Ты типа мидер, да? Вардов запулить? А ты кто такой? В смысле? Я понял. Типа я суппорт. Типа на меня пофиг. Я же только экспу ворую и фраги стилю. А ты тащишь соляного. Да полегче, полегче. Ты стату чекай, ЧСВ. А я в среднем 50 вардов покупаю и еще 20 деварджу. Чел, у меня порядочности овер 10к. Я в среднем 5,5 стаков за игру делаю, понял? Оу, парень, в чем твоя проблема? Все в вардах. Они пишут: челик, где варды? Я им все делаю. Руны контролю, стаки делаю. Да я даже куру не юзаю. Пешком на базу со шмотками бегаю. Вся планета в вардах. Ну, но зачем? Тут же больше никого нету. Я тебе что, говорю, как тебе мид стоять? 30-я минута, где твои айтемы? Ты меня не учи саппортить. Я ж могу шмотки изи разбить и стать АФК в шадоу-амулете. Ладно, где мид? А вон там.
Дабл мид стоять пришел. Да чё все так стартуют сразу-то? Да мне пофиг, я в кильте. Так а что случилось? А ты не понимаешь, тут затащить нереально. Тебя постоянно кто-то тянет вниз. Забей, Гери вообще с другой планеты. Кто-то тянет вниз. Никто не хочет победить. Как тут не сгореть? А ты хочешь выиграть? Я уже ничего не хочу. Буду просто АФК в деревьях стоять. Как отсюда выбраться, Тини? Душу Габену продать. Ты в скрытом пуле, чувак. И когда я поборол тильт, то смог снова стать собой и выбрался из скрытого пула. Фига! Ну дает! Да, чувак, уже винстрик 15 каток. Изи! Ха-ха! Уверен, что выбрался? Ha 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 ha!